Всем всем наидобрейшего денечка. Вот у меня печень 600 грамм. И хочу также ее хвостиком засушить. Попробовать, как это получится с печенью. Не в сушилке, а в обычной духовке. Печень нарезала небольшими кусочками. Вот толщиной примерно 2 миллиметра. Ориентировочно, конечно. Разложила на силиконовый коврик. И сейчас все отправляем в духовку. Духовку ставим на первый час примерно на 100 градусов. И не закрываем ее до конца. Если у вас нет вентиляции, то оставляем небольшую щелочку. Через час печень выглядит примерно вот так. Но еще мягкая, влажная. И все это я подчеркнула, конечно, из интернета. Убавляем градусы на 80, 70, 80 градусов. И сушим еще примерно 2-3 часа, но, конечно же, зависит от толщины ваших кусочков. И периодически переворачиваем. Если бы они лежали у меня в один слой, можно было бы не переворачивать. Они у меня вот так вот, немножко кучками, потому что один только противенек. Поэтому вертим, крутим, чтобы ничего друг к другу не присохло и просушилось равномерно. Печень готова, хорошенечко подсохла. Но еще чуть-чуть так как бы не ломается, а довольно-таки гибкая, эластичная в руках. Вот сейчас я им дам подостынуть в печени и попробуем на хвостиках, как им зайдет, не зайдет новое самодельное лакомство. Ну и приступаем к пробе, да? Так, кто первый будет пробовать? Так, так. Берите, пожалуйста, берите, берите. Вот, 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 вот. Так, ну, вроде бы никто мордульку не... Сейчас, Донечка, сейчас, 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 Лялечка. Вот такие кусочки получились. Конечно, менее аккуратные, чем продаются уже. Но я думаю, если бы была электросушилка, было бы проще. Поэтому пока так. Пока в духовочке сушим так, да? Донечка, бери, пожалуйста, бусеночек. Бери, бери, миленький. Что, ты подавился, что ли? Господи, а зачем торопишься? Зачем торопишься? Давай. Что, прошло? Прошло, вон, сразу же хватать. Ну, смотрите, всем понравилось. Чудненько можно иногда делать. Думаю, конечно, лучше готовое хранить в холодильнике. Нет, у меня руки просто в крошечках маленьких. Ну, то есть оно уже, конечно, не пачкается. Ну, в общем, неплохо даже. Очень даже неплохо. И, конечно же, получается гораздо дешевле. А ты не прожевала, еще с куском ходишь. И еще, вон, еще пришла, да, просить хвостик наш ненаглядный. Кушай, кушай, никого не слушай. В общем, советую такой способ. В общем, куча всем вкусняшек. И вашим питомцам тоже куча вкусняшек. Как, Донечка, оцениваешь, нормально все? Все сказали, все отлично.